Если все хорошо, поставьте плюсики. Отлично, спасибо. Меня зовут Алексей Саргаев. Сегодня я расскажу о мужской серии Novage Man. Кто здесь мужчины? Дмитрий. Дмитрий успел попробовать уже Novage Man? На самом деле, вот кто еще не успел приобрести своим мужчинам, я очень рекомендую. Прикольная штука такая. Сначала как соревнование было, уложиться в 2 минуты, почистить лицо, помыть, там все, что надо сделать, все, что говорят. Вот. Сначала как соревнование вышло, ну, блин, через 2-3 дня уже эффект почувствовал. Вот. Ну, давайте обо всем по порядку. Ну, вообще, раньше, говоря об уходе, мы чаще всего в виду имели только женщин, да. То есть вот, ну, я даже не буду скрывать, я длительное время прожил в Саратовской области, ну, в такой достаточно глухой деревне, Широкий Буйрак называлось. Ну, у нас, в принципе, не принято было мужчинам там ухаживать за собой, об этом даже и мысли, и речи никакой не должно было быть. А даже, даже если мысли были, то об этом нельзя было говорить вслух. Вот, мужчины у нас не танцевали, да, ну и, конечно же, не ухаживали за собой. Сейчас, слава богу, времена изменились, понятия изменились, да, и успешный мужчина, он ассоциируется с ухоженным внешним видом, он ассоциируется с тем, что он, ну, способен выглядеть моложе своих лет. Вот, поэтому сейчас времена поменялись, ухаживать за собой нужно, ухаживать за собой, как в Бутурлиновке также, да. Вот, вообще... Хочется сказать, да, 76% мужчин считают, что сегодня их имидж играет гораздо более важную роль, чем раньше. Ну и это на самом деле так, да, и ну, я даже не буду скрывать, это и у меня так на самом деле. Да, то есть если было время, наверное, какого-то юношеского максимализма, когда можно было плевать там на общественное мнение, сейчас все равно уже начинаешь думать больше о том, как ты выглядишь, какой у тебя внешний вид, насколько ты ухоженный, да, и насколько твой внешний вид ассоциируется с успехом. Вот. Поэтому, ну, 76% считают именно так. Вообще вот... структура мужской кожи, структура женской кожи, она, ну, примерно одинакова, но существует ряд там физиологических отличий. Мужская кожа, она более грубая такая, она более темная, из-за того, что, ну, большее количество тонких кровеносных сосудов. На 30% мужская кожа толще женской, да, это, ну, наверное, это пошло это со времен еще добычи мамонтов, да, когда... Ну, кожа, она могла играть роль брони, оборонительной какой-то. Ну, это я, конечно, придумываю. Вот. Ну, реально мужская кожа, конечно же, она гораздо грубее, чем женская. Вот. Ну, что еще, да, мужская кожа, она более стойкая к травмам. Она легче переносит испытания солнцем, холодом. Также мужская кожа, она... постоянно травмируется во время бритья, да, то есть мужчинам, ну, вот есть такая повинность бриться периодически или постоянно, вот. Ну и по сравнению с женской кожей, на мужской коже салообразование, оно, ну, гораздо более высокое, да, то есть оно повышенное, и вот это салообразование, оно заставляет мужскую кожу блестеть, ну и в то же время, конечно, и защищает, и предохраняет от излишней потери влаги. Вот, ну, такие вот какие-то базовые особенности мужской и женской кожи. Вот, но, тем не менее, и мужчины, и женщины сталкиваются с такой проблемой, как угри. У мужчин старение кожи, оно происходит немножко по-другому. Да, то есть немножко по-другому происходит. Оно происходит медленнее, но наступает позднее. Вот. При этом в результате могут быть, ну, вот эти вот проявления старости кожи, они более заметны, да, то есть морщины у мужчин, они более глубокие. То есть если женские морщинки, они так, ну, достаточно лайтовые такие изначально, мужские морщины появляются позднее, они такие гораздо более выраженные, такие брутальные.
Вот. А мужские морщины, они гораздо сложнее поддаются коррекции и требуют они более длительного лечения. Вот. Поэтому мужская кожа, она, конечно же, требует профилактики, да, и лучше всего начинать ухаживать за своей кожей вот в молодом возрасте. Для того, чтобы замедлить процесс старения, да, ну и использовать средства интенсивного воздействия. Новейджмен, да, это в 27 лет столкнулась с чем? Любаша столкнулась с тем, что бриться надо или как? Я не пойму просто. Или то, что кожа более грубая. Вот, с прыщиками, ну, бывает такое, я знаю, как они лечатся. Вот, Novage Man – это разработанный мужчинами продукт, который протестирован на мужчинах, протестирован мужчинами, и уже клинически доказано, да, то есть то, что Novage Man сокращает все признаки старения, повышает тонус, увлажняет кожу на 24 часа, фиксирует и поддерживает уровень увлажнения, ну и, конечно, мгновенно освежает и улучшает. Novage Man был разработан в Швеции директором научным исследованием Института исследования кожи Аленом Мавоном. Кстати, я знаком с этим товарищем, да, мы познакомились в Болгарии, мы с ним даже разговаривали, только вот на английском языке через переводчика. У нас в делегации был переводчик. Вот, и мы общались, вот Ален Мавон, он слева на этой фотографии, ну, я, соответственно, справа. А посерединке эту женщину вы могли видеть на роликах по Wellness Pack'у, да, вот она очень много пэк продвигает, ну, я не помню просто должность, не буду врать, она занимается тем, что исследует как раз направление Wellness. Вот, это наши мозги, так называемые, да, и то есть исследователи. Вот. И Ален Мавон, он как раз долгое время разрабатывал вот эту вот линейку. Вообще, ну так, к слову, кто такой Ален Мавон? Да, это магистр биохимии, кандидат медицинских наук в области дерматологии, университетская больница Безансон, Франция, да, то есть он во Франции отучился. 22 года в сфере косметических исследований он работает. Специалист в области активных ингредиентов, метаболизма кожи, получения растительных экстрактов и проведения клинических тестов. Автор и соавтор более 50 научных публикаций, в том числе справочник по косметологии и технологиям. Имеет награду за лучшую научную статью в международном журнале косметологии в 2014 году. Имеет большое количество патентов, в том числе в ноябре 2015 года получил патент на активные антивозрастные ингредиенты, которые есть вот в формулах Novage Ultimate Lift. Вот. Почему он именно, ну, в общем, вот этот вот Ален Мавон, он очень крутой чувак, я подписан на него в Инстаграме. Вот. Пытаюсь периодически читать, что он там пишет. Вот. Интересные вещи. Вот, то есть он о своих исследованиях пишет очень много, о растительном мире очень много пишет, о биохимии очень много пишет. Вот, ну, почитайте, найдите его аккаунт в Инстаграм. Вот, что из себя представляет Novage Man? Да, Novage Man – это комплексный уход, который, ну, обеспечивает вообще максимальные результаты и максимальную эффективность в борьбе с проявлениями следов усталости, да, потому что, ну, у мужчин они такие достаточно ярко выраженные, как я уже говорил. Здесь важен именно комплексный уход, да, то есть если раньше там весь мой уход за лицом он сводился к тому, что после бритья там каким-то кремом можно было помазаться, иногда даже не своим, а я вот брал у Ани и ее кремом там каким-то, который, ну, пахнет так более-менее лайтово, я им обычно лицо так увлажнял, ну и нормально. Вот. То Novage Man, да, это та серия, которая, ну, в общем-то, даже и мужские сложности на коже, это те сложности, которые не решаются одним кремом. Да, важен именно комплексный технологичный подход. Ну, как я уже сказал, об особенностях мужской и женской кожи, да, мужская кожа, она потребляет больше энергии,
признаки старения, они проявляются все сразу, на самом деле, да. Ну, у мужчин наблюдаются видимые морщины, потеря контура, пигментные пятна. Ну и еще мужчины чаще всего не фокусируются на конкретных возрастных признаках, да, то есть, ну, у меня были морщины, ну, были и были, ладно, есть и есть они. Как-то вот, ну, с ними спокойно живешь и не, ну, не воспринимаешь их так, как женщина воспринимает свои морщинки. Вот. Ну, очень выглядят просто как усталый вид. Вот. Очень часто они, может быть, наоборот, какой-то брутальности придают. Вот. Поэтому, ну, мужская кожа, она в этом плане достаточно специфическая. Как я сказал, уже признаки старения, они проявляются позже, но они более очевидны. И, так, сейчас, секунду, у меня тут какая-то очистка диска включилась. Привет, привет, Сергей. Да, вот как я говорил уже, она изначально имеет, ну, такой вот некий уставший вид, то есть темные круги под глазами, там появление морщин и так далее, и так далее. Вот, и сейчас, благодаря NovageMan, появилось 4 простых шага для решения этих проблем, да. И вот, ну, один из самых важных шагов, это то, с чего все начинается, это как раз очищение кожи, первый шаг очищения. Кстати, мужчины, вот кто не знает, что такое там очистить, увлажнить, там, вот для меня раньше, так, сейчас у меня тут что-то запищало, вот для меня раньше было неизвестно, что такое сыворотка, крем, там, в каком порядке их, я знал, что первым надо там что-то поскрабить кожу, а вот как дальше, да, вот там, для меня это уже, ну, что-то за гранью фантастики было. Вот здесь очень классная навигация, вообще просто суперская. Я считаю, это гениальное изобретение. Первый шаг, вот чтобы не запутаться, что такое первый шаг, первый квадратик. Вот берете флакончик, на котором один квадратик. Это уникальная штука такая. Это средство для умывания плюс скраб 2 в одном на NovageMan. Он интенсивно очищает, он ошелушивает кожу, дает ощущение свежести, эффективно удаляет загрязнения. Он необычного цвета, да, то есть он черный, благодаря тому, что содержит японский уголь. Вот, и этот японский уголь, он очень мощное действие оказывает на кожу. Он подготавливает кожу вообще к нанесению последующему, ну, последующих средств. Ну и в целом заметно улучшает процесс бритья. В составе его есть миндальное масло, кремниевая кислота, лимонная кислота. Ощущение после умывания, вот знаете, вот после бани выходишь, так вот, когда попаришься, хорошо, выходишь после бани, пальцем проводишь, а кожа скрипит. Вот после умывания вот этим вот гелем-скрабом, да, вот ощущение то же самое. Второй шаг, это тонизирующий гель для кожи вокруг глаз. Мужчины, вот внимание, сейчас скажу очень важную вещь. Девушки сейчас будут смеяться, но мужчины, вот я раньше этого не знал. В общем, как только я начал использовать NovageMan, у меня стали слезиться глаза. Да? Я отталкивал эту мысль от себя как можно дальше. Я думал, ну, неужели у меня какие-то аллергические проявления наступают? Да? И вы знаете, у меня сегодня, вот буквально утром супруга, она вот как увидела, что я делаю с этим кремом вокруг глаз, она говорит, вот ты бы еще вот взял вот так вот, оттянул веки и туда бы прям положил крем. Вот, оказывается, дело в том, что я неправильно просто этот крем наносил. Вот этот вот крем, его надо наносить вот по контуру, вот здесь костяшка проходит, да, вот его надо по контуру наносить. А я его наносил прям вот сюда, вот прям вот так вот, и я его еще втирал, потому что, ну, у меня вот темные круги, они такие, видите, ярко выраженные. И я, короче, фигачил сюда этот крем, я даже вообще вот прям не жалел его. Она сегодня это увидела, она говорит, ты вот прям вот с таким же успехом можешь бальзам звездочка вот оттянуть века и туда наложить, вот. И говорит, у тебя глаза так же жечь будет. Ты, говорит, всю слизистую сожжешь, говорит, нельзя так делать. Она мне показала, как его правильно надо наносить. Я прямо аж сегодня выдохнул. Я так от себя эту мысль гнал. Думаю, не дай бог у меня на NovageMan еще будет аллергия. Что я людям буду говорить? Нету никакой аллергии. Короче, правильно нанес крем.
да, и все, и я хожу нормально так целый день, мне глаза не слезятся даже. Я думал, может, конъюнктивит какой-нибудь начинается. Потом я себя уговаривал, думал, мы шашлыки жарили на улице, может, думаю, ветром что надуло, может, дым попал. Вот, в общем, такая тема, ребят. Парни, будете вот этим пользоваться карандашом, да, он очень, ну, такая серьезная штука, да, ну, вот, просто он, ну, он избавляет от следов усталости, да, то есть он вот эти вот темные круги как раз убирает, вот, там много кофеина. Вот этот вот тонизирующий гель, он содержит много кофеина, плюс там экстракт листьев африканского баобаба содержится, в котором есть натуральные полимеры, вот, которые, вот я это просто читаю, не думайте, что я это по памяти говорю, которые связывают воду в коллоидный гидрогель. В общем, полезная штука. Вот, полезный гель такой, главное его правильно намазывать, правильно ухаживать. Универсальный активный компонент, который используется для ухода за кожей и за волосами. А, ну это вот как раз экстракт баобаба, да? Значительно улучшает цвет кожи и делает ее более мягкой. А также в составе есть экстракт стволовых клеток кофейного дерева. В общем, мужчины, я вас предупредил, да, вот с этим вот поаккуратней. Если будете чувствовать жжение, имейте в виду, что где-то, может быть, неправильно накосячили. Точнее, неправильно нанесли гель, что-то там не так. Следующий, третий шаг. Кстати, вот эта вот вся серия, она обалденно пахнет. Вот знаете, вот как будто это прям вот такой хороший, дорогой парфюм, но не только что нанесенный, а вот как будто вот он уже подвыветрился. Умываешься, прям приятный, приятный запах стоит. Третий шаг, это актива. Это сыворотка для лица Novage Man с высокой концентрацией активных ингредиентов и витаминно-минеральным комплексом. Она освежает и смягчает кожу, наполняет ее необходимой энергией и удваивает увлажняющий эффект гель-крема. В состав витаминно-минерального комплекса входят пробиотики, которые позволяют обеспечивать антистрессовое воздействие на кожу, защищать от внешних раздражителей и стабилизировать работу иммунной системы. Вот тогда, когда хотят добиться мягкого детокс-эффекта и обеспечить самоочищение проблемной кожи. В общем, вот это вот, вот как мне объяснили, да, как я это понял, вот эта вот сыворотка, третий шаг, три кубика, она нужна для того, чтобы действие крема четвертого шага, оно, ну, было максимально. А вообще ощущения классные такие вот, ну, чувствуется вот после первого раза сразу почувствуете, что кожа такая вот, ну, увлажненная, и она, самое главное, гладкая становится. Вот, ну и четвертый, это крем против старения кожи на основе экстракта стволовых клеток растения кофе бенгалисис, борется со всеми возрастными признаками, уменьшая морщины и даря коже необходимый заряд энергии и увлажнения на целый день. Это реально так, это ощущается вот после второго, третьего раза прям. У кого-то, может, даже после первого проявится. Содержит экстракт гинкго биллоба, который обладает мощным антиоксидантным действием, очень полезен для кожи, отличается сильным действием против течения окислительных процессов кожи и угнетает деятельность свободных радикалов, которые очищают загрязненную кожу и поры от кожного сала. Защищает кожу от вредоносного воздействия извне, и кожа дольше остается молодой и красивой. Это у меня шпаргалочка тут такая, потому что я бы не запомнил вот эти вот слова на латинском языке. Вот, поэтому вот такие вот четыре простых шага, четыре простых шага ну, в уходе за собой. Да, ну здесь что дальше? Экстракт стволовых клеток кофейного дерева. Чуть-чуть вот подробнее об ингредиентах, о составных частях этого комплекса. Да? Ну, серия Novage Man, она разработана для мужской кожи, ну и учитывает все ее особенности. Вот входит антивозрастная технология с экстрактом баобаба, и энергетический компонент экстракт стволовых клеток кофейного дерева кофе бенгалансис. Экстракт стволовых клеток он наполняет кожу энергией, стимулирует обменные и защитные процессы, оказывая мощное антиоксидантное действие. В общем, он защищает.
В общем, он защищает вот этот вот экстракт, да, он защищает, забыл, ну вот, в общем, антиоксидантные воздействия, да, то есть это он защищает кожу от условий, допустим, окружающей среды. Вы живете, например, в загазованном воздухе, загазованном городе, да, то есть все равно кожа, она все это на себя ощущает. И вот антиоксидантный эффект, это значит, ну, то, что кожа, ну, не будет принимать вот эти вот все, ну, все вот эти вот пыль, газы и так далее, вот то, что в воздухе есть. Следующий момент, ключевой биоактивный ингредиент, экстракт баобаба, он воздействует на аккумуляцию белка, отвечающего за формирование морщин на мужской коже. Вот, а также содержит растительные полимеры, которые связывают воду в колодный гидрогель. Но смотрите, экстракт баобаба, что он делает? Он сохраняет воду в коже, вот, и выделяет белок, который, ну, натягивает кожу, чтобы не было морщин глубоких у мужчин. Фу, такая жесткая штука. Девочки, как вы ведете продуктовые вебинары? Я не понимаю, если честно. Серия NovageMan – это доказанная, это клинически доказанная эффективность, да? То есть NovageMan побеждает признаки старения, усталости кожи, морщины, бугристость, обезвоживание, потеря упругости и тонуса. Вот. Я теперь могу говорить, что я свои 40 выгляжу на 30. Все будут удивляться. Но мне 31 пока, если что. Вот. И здесь необходим именно комплексный уход. То есть вот эта вот доказанная эффективность, то, что сокращает морщины, то, что выравнивает поверхность кожи, то, что увлажняет, то, что восстанавливает упругость, улучшает тонус кожи. Вот. Так, сейчас сообщение ваше не вижу. Вот, если кто не знал, да, на то, чтобы запустить новый продукт, в компании Oriflame уходит примерно 7-8 лет. Да, то есть там пару лет, ну, 2-3 года на исследование, потом еще несколько лет на, ну, точнее, на создание, потом на исследование, патентные, разные лаборатории и так далее. То есть вот этот вот NovageMan, его, ну, достаточно длительное время использовали. Для сравнения могу сказать, что продукцию Wellness ее начали разрабатывать в 1994 году, а запустили в продаже только, сейчас скажу, в 2009 году. Да, то есть 15 лет продукция разрабатывалась, исследовалась, защищалась и так далее. 15 лет, да, то есть это не вот там придумали и завтра запустили в продаже. Вот, шведы, они очень тщательно к этому подходят. Вот, также и NovageMan, он доказал, ну, клинически доказана вообще эффективность его, да, то есть это, ну, лабораторные исследования проходили, да, то есть исследования проходили и на как это сказать, ну, не на пациентах, да, а на людях, которые согласились исследование пройти. Что еще? Какая полезная информация? 294.46 – это код NovageMan, 545.710 – это набор пробников NovageMan. Вот. Ну, нам пробники подарили на бизнес-дне, когда мы были в Чебоксарах, то есть я несколько дней ими умывался, пока еще не пришел сам набор. А сейчас пришел сам набор, да, и уже умываясь им. Более того, мужчины, сейчас есть возможность выиграть годовой запас на Вейчмен. Для этого нужно снять короткий ролик, да, о том, как вы им умываетесь, загрузить его на YouTube, потом разместить ссылку в специальной группе в наших продуктовых чатах, везде была эта информация. И тот ролик, который наберет больше всего лайков, он, соответственно, его владелец получает годовой запас на Вейчмен. Ну как, полезная была информация, ребят? Сейчас будет кульминация нашего сегодняшнего обучения. Я вам продемонстрирую вообще, как все это делается. Для этого берем компьютер. И идем с вами в ванную комнату. Будем умываться Novation Меня хорошо видно, слышно? Отлично. Я прежде чем сам начал это делать,
Я сначала посмотрел, как, ну, как правильно вообще ухаживать за собой. Ну и тоже то, что я посмотрел, чуть от этого глаза не потерял. Неделю ходил, мучился, думал, конъюнктивит или ветром надуло. Оказывается, все нормально. Сейчас я такой порядочек небольшой наведу. Видно, да? Я даже себе полочку отвоевал в ванной. Первый шаг. Кстати, телефон сейчас возьму. Телефон сейчас возьму и 2 минуты засечу. Отдай мобильник. Вот смотрите, производители утверждают, что можно за 2 минуты, в общем-то, помыть, ну, вообще помыть лицо, ну и все, ухаживать за лицом. То есть это не так много времени займет. Можем попробовать с вами, да? Готовы на это посмотреть? Сейчас я все приготовлю. Я это делаю первый раз в прямом эфире, обычно я это делаю раньше. Погнали! Первый этап это очищение. Вот такая вот черная штука, черная субстанция. Где она? Видите, да? Наносим. Главное сильно не тереть, потому что он такой, ну вот как скраб. Видите, он черный такой. Пахнет вообще обалденно. Второй шаг. Крем вокруг глаз. Опасная штука. Не путать с конъюнктивитом. Сжимаем. И вот здесь вот. Вот по этой костяшечке прям раз. И вот по этой костяшечке раз. Вот так вот проводим, нажимая слегка. Крем остается. Ну вот чуть-чуть вот его можно вот так вот подбить. Третий шаг. Это сыворотка. Вот эти бутылочки мне вообще очень нравятся. Они стеклянные, тяжелые такие. Хорошо помещаются в руку. Затор есть. Ну, я с дозатором, то есть, ну, его просто много не выдавишь, сколько надо. Пару раз, да, и потом увлажняешь. Кожу вокруг глаз уже не затрагиваем, потому что, ну, там другая кожа, и мы нанесли туда крем. Следующий шаг, тоже сам крем антивозрастной. Здесь тоже есть дозатор, такая бутылочка, это четвертый шаг. Перепутать сложно. 4 квадратика. Ну, круговыми движениями. Вот так вот. Все, готово. Стоп. Видно? Прям вот, прям тютелька в тютельку. 12 секунд и было бы 2 минуты. Достаточно просто, достаточно удобно. И изначально, когда начинаешь это делать, это вообще вот, ну, я считаю, это молодцы вообще такие, кто это придумал, 2 минуты. Мне кажется, сейчас все мужчины, которые начали ухаживать за собой с помощью комплекса Novage Man, они засекают время и пытаются уложиться в 2 минуты. У меня изначально 3,5 на это ушло. Вот. Поэтому все просто, все классно, ощущения обалденные. Я думаю, меня мужчины многие поддержат, кто это уже пробовал. Вот, пахнет тоже супер. Ну и ощущения такие, как сказать. Ну вот реально чистоты, как будто из бани вышел, да, вот уже она такая чистая, прям ее аж трогать приятно. Вот, ну на этом сегодняшнее продуктовое обучение я заканчиваю. Если был вам полезен, это очень здорово. Вот. Но помните про крем вокруг глаз. Да, это такая штука, от которой могут слезиться глаза, если его неправильно нанести. Вот. Поэтому покупайте Novage Man, пользуйтесь, покупайте своим мужчинам. Если не знаете, что им подарить, всем успехов, всем пока-пока.